Всем привет! В одном из наших видео мы рассказывали, как и где можно прописаться в арендованной квартире в Турции. Посмотреть это видео можешь вот здесь вот. А сегодня я расскажу, как проверить эту прописку и получить справку официальную о том, что ты прописан в этой квартире. Ты на канале Turki Space. Погнали! Итак, если кратко, после получения ИКМЕТ тебе нужно поехать в районный ГЕЧ с договором аренды и оформленной на тебя коммуналкой. И тебя там пропишут. В некоторых городах прописку делают автоматически и сразу, и не нужно никуда ехать, но не в Стамбуле. Если же вы живете с турком, там у вас муж, жена, турк, то пишут, что можно прописываться в Нюхусе. Зачем же нужна сама прописка? Она нужна для продления ВНЖ, для получения шенгена и для оформления счета в банке. Для понимания, турецкая прописка – это всего лишь регистрация по адресу, она не дает никаких прав на квартиру. Проверить прописку и взять документ о ней можно в сервисе Едивлет, вот по вот этой вот ссылке. И сейчас мы с вами подробно разберем, как это делается. Для этого перенесемся сейчас на экран компьютера и вместе с вами это сделаем. Итак, заходим на сайт turki.gov.tr, авторизируемся в своей учетной записи, я уже вошел в нее. То есть после того, как авторизировались в своем профиле, в поиске пишем ИКМЕТ, да, вылезают подсказки, и нам необходим вот этот вот раздел Ирлишим Ери. Выбираем его, ставим галочку. Диван. Здесь можно воспользоваться автоматическим переводом, но прежде чем нажимать продолжать, возвращайте на турецкий, потому что система не всегда корректно работает, но вот если вернуть на турецкий, все работает исключительно. Значит, здесь мы можем взять себе справку, если себе, то выбираем КНДСИ, если супруге или ребенку, выбираем вот этот раздел ЭШ. Чоджук. Здесь пишем номер кимлика. Ну, допустим, мы берем себе, нажимаем Devam. После того, как нажал Devam, он мне показывает страницу со всеми моими данными. Значит, я их посмотрел, они все сходятся. Вот здесь вот в выпадающем меню выбираем Курума и Брас. Это значит для подачи в учреждение. Вот здесь вот вылезает Курумали. Это название учреждение, в которое вам надо подать. Вот, допустим, я выбираю ГЕЧ, нажимаю сформировать, он мне выдает PDF документ. Я его могу скачать, сохранить и все, просто распечатать или на телефоне показать, и это уже является официальной бумагой. То есть вот справка о прописке. То есть вы его скачали, скинули себе на флешку, пошли распечатали в любом месте, или дома, или в каком-нибудь учреждении, и это уже официальная бумага, которую можно подавать в ГЕЧ. На весь этот процесс тратится не более 5 минут, ну и одну такую справку вы можете заказать один день. То есть если вам надо несколько, на нескольких человек, то заранее об этом озаботьтесь, чтобы рассчитать время. Ну, вот и все. Как видите, в этом процессе нет ничего сложного. Подписывайтесь на наш канал, чтобы нас становилось больше. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки. Также свои вопросы, замечания, пожелания или, может быть, какие-либо истории можете писать нам в комментариях или присылать на нашу почту. А также у нас запустился сайт, на котором также можно узнать много информации. Так что заходите на него, подписывайтесь, задавайте вопросы там на форуме. Всем пока!